И всем извру, но с вами я, Джокс, и сегодня я сделаю эволюцию голоса самого Линча. Если честно, Линч для меня это один из самых любимых ютуберов по Майнкрафту, потому что он делает годные страшные сериалы по Майнкрафту. И вот я решил теперь и его сделать эволюцию голоса. Как раз таки недавно было день рождения его каналу, но он ведет канал с 6 лет, и вот сейчас вы узнаете, как изменился Google за все это время. Не буду вас задерживать, приятного просмотра. История, которую я хочу вам рассказать, началась около месяца назад. Мой брат Майкл, с которым мы не виделись достаточно долго, начал присылать мне странные письма, в которых говорилось о необычных вещах. Какие-то черные люди, заговоры. Он утверждал, что слышит какой-то шум по ночам, и ему казалось, что за ним следят. Да, этот скелет, походу, здесь давно. Надо выбираться отсюда, раздобыть какое-то оружие, ударить охранника и бежать. Но куда? Почему они не атакуют? Похоже, они еще не пришли в себя. Черт. Слушай, эти отпечатки могут не подойти. Давай назад, назад. Ах ты чертов ублюдок! Твою мать! Мэтью, что произошло? Он начал меня нюхать. Что думаешь, Линч? Думаю, что нам нужно туда залезть и посмотреть, что внутри. Да, и лезть придется тебе. Это еще почему? Ну, у Брайана нога. А про мои проблемы с высотой ты и так знаешь. Ну, для начала, я думаю, стоит осмотреться здесь. Тут полно всяких ящиков, бочек. Да и хижина какая-то стоит. Вот-то где, зараза. Как я сразу не догадался скарабкаться на дерево. Так бы уже давно знал, куда идти. Хотя, на самом деле, я шел по сути верно. И если я правильно понимаю, то до горы не так далеко. Уже сказал, как? Тихо, мать твою, тихо! Да в смысле тихо? Будь ты на моем месте, так, хочешь подробностей, значит заткнись. Мы на секретной советской лаборатории, которая с помощью каких-то высокочастотных волн управляет людьми. Скорее всего, то же самое было и с тобой все это время. То есть я все-таки не лунатик? Получается, что нет. А еще над тобой пытались ставить опыты, но я вовремя подоспел. И сейчас нам нужно незаметно отсюда сваливать. Доволен? Да, доволен. План у нас есть-то? Конечно, есть, не переживай. Да посвятить меня в него не желаешь? Да, сейчас, погоди. Так, значит, камера есть, планшет есть, доска. Правда, блин, на русском. Рации, соль, фонарь на всякий. И МП. А, еще зажигалка в кармане. Да уж, наборчик. Странно, что в аэропорту не возникло никаких вопросов. Так, основная камера заряжена. Ноутбук. Зачем? Хотя, может и пригодится. Ну а на этом все. Такая эволюция у нас получилась. Если честно, Линч прям, по-моему, не изменился в голосе. Но вы можете посмотреть, как нейросеть изменила мои стикеры, которые находятся в телеграм-канале, то что ссылочка в описании. Ну а я буду заканчивать. С вами был я, Аджокс. Всем удачи и всем пока.